Друзья, привет всем! В этом видео я вам расскажу, почему я миллионер, что делаю я и не делают 99% людей, почему я там, где нахожусь сейчас. Обязательно досмотрите это видео до конца, если хотите стать миллионером. Если не хотите, не смотрите. Не досмотришь, не станешь. Итак, погнали! Почему я миллионер? Первое. Я не курю и не употребляю наркотики. Это очень важно. Вы мне скажете, ой, многие миллионеры курят, многие миллионеры употребляют наркотики. Ну, во-первых, я рассказываю за себя. Во-вторых, каждая деталь важна. Вы мне скажете, я курю и что, я не стану миллионером? Станешь. Я говорю, чем я отличаюсь от остальных. То, что я не курю и не употребляю наркотики, это дает мне энергию. Это держит мой мозг трезвым, понимаете? Насколько это тебе там даст энергии? Да, я согласен, на чуть-чуть. Это капля. Капля в море. Но что такое море, как не миллиарды капель, понимаете? Это капля. И много этих капель дают результат. Давайте. Это дает мне 1%. Всего лишь 1%. Следующее. Праймы. Праймы, аффирмации, утренние и вечерние молитвы. Я молюсь 2 раза в день, занимаюсь утренними аффирмациями, для тех, кто не знает, что это. Аффирмация – это ты повторяешь: я счастлив, я здоров, я богат, я любим, я себе нравлюсь. Повторяешь каждое утро. Я не пропускаю ни одного дня. Ни одного дня в году я еще не пропустил. То есть, что я делаю? Я программирую свой мозг. Некоторые люди программируют его на неудачи, программируют на проблемы, да, они просыпаются и говорят, ой, у меня опять куча проблем. Я программирую свой мозг на успех. Это как табличка умножения. Вы столько раз это себе повторяете, что по-другому уже быть не может, что вы к этому привыкаете. Вот в чем смысл. Но есть одна важная деталь. Когда вы это все проговариваете, вам нужно испытывать эмоции, положительные эмоции. Это очень важно. Молитвы дают мне благодарность. Я понимаю, что я благодарен за каждую секунду в этой жизни. Это очень важно. И вы мне можете сказать, о, я знаю миллионеров, которые такой херней не занимаются. Я рассказываю за себя. Давайте для скептиков я тоже напишу, например, 1%. Но мне дает это намного больше. Мне это дает процентов 5. Итак, следующее. Зарядка. Это физические упражнения. Каждое утро я приседаю, качаю пресс и отжимаюсь. Каждый день, не пропуская ни одного дня в году. И вы опять можете сказать, блин, да как это вообще может повлиять на мой миллион, да? Как это приведет меня к успеху? Ребята, смотрите шире, в чем фишка? Праймал, к примеру, и зарядки физических упражнений в том, что это нужно делать каждый день. Это не просто отжимание или пресс. Смотрите шире. Это воспитывает во мне дисциплину. Не нужно делать там 1000 отжиманий. Делайте 10. 10, да, реально. Но делайте каждый божий день. Не пропустите ни одного дня в году. Это тяжело. Это очень тяжело, поверьте мне. Это воспитывает в вас постоянство. Это формирует дисциплину. Это, ребята, очень-очень важно. Давайте для скептиков я тоже запишу всего лишь 1%. Вы же думаете, что это мелочь. Ребята, смотрите, уже 3%. Понимаете, к чему я веду? Уже 3%. Я уже успешнее на 3%, чем остальные люди. Я уже буду успешнее. Понимаете, к чему я клоню? Каждая деталь важна. В этом сила. Идем дальше. Четвертое. Я читаю. Каждый день читаю. Я это уже полюбил. Помните, я раньше говорил, что это было для меня тяжело. Теперь это вошло в привычку. Каждое утро после праймов и зарядки я читаю. Каждый день. Не пропустил ни одного дня. Каждый день. Ребята, это настолько круто. Это так прокачивает твой мозг, что я читаю. Каждый день я читаю книгу. Каждый день я читаю статью по мотивации и читаю статью по финансам. Каждый день. Кстати, статьи по мотивации я читаю в моем телеграм-канале. Там очень крутые статьи. Ссылка в описании. Ребята, это прокачивает твой мозг. Очень сильно. Каждая страница сегодня $100 завтра. Запомните это. Каждая страница сегодня $100 завтра. Ты каждый день становишься лучше, чем ты был вчера.
И после прочитанного я задаю себе вопрос, а что я узнал нового? Это дает 10%. Итак, пятое. Я не играю в компьютерные игры. Я уже не помню, когда я последний раз играл. Наверное, года 4 назад, может, 5 лет назад. Я последний раз играл. Еще в общежитии, в Доту. Игра отнимает у тебя твое драгоценное время. Ты прокачиваешь своего персонажа в интернете. Прокачивай себя в реальной жизни. Это очень важно. Давайте для скептиков напишу там, опять же, 1%, да? Если вы считаете, что это все не важно. Смотрите, да, уже 4%, уже 14%, уже я успешнее, чем остальные на 14%. Вам достаточно просто не играть в игры, да? Заменить это на чтение, и вы уже будете успешнее всех своих сверстников, всех. Шестое. Конференции. Конференции, семинары. Это очень большая сила. Я в году провожу на конференциях 1 месяц. Если взять все конференции вместе, 1 месяц, представляете? Это очень большая сила. 20%. Я вам говорил, что когда я посетил семинар Тони Робинса «Бизнес-мастерство», я за месяц увеличил свои доходы в 2 раза. В 2 раза! Заработал там еще 20 тысяч долларов, а потратил на семинар всего лишь 7 тысяч евро. Понимаете? Это большая сила. Я всем воспользовался, что было на конференциях. Очень много я оттуда беру мотивации, полезных знаний. Главное записывать все. И потом, когда вы приезжаете с конференции, применить это все, сразу же применять. Некоторые фишки я применяю прямо на конференции, в телефоне уже пишу, там раздаю людям задания, понимаете? Это очень важно. Седьмое, визуализация. Я очень много визуализирую. Посмотрите мой Инстаграм. Там у меня путешествия, деньги, часы, яхты, машины. То, от чего я кайфую. То, что притягивает успех. У меня вон стоят картины с деньгами. У меня журналы там с путешествиями, понимаете? Это притягивает успех. Зайдите в мой барбершоп. У меня там деньги, везде деньги. У меня целый стол там из денег. У меня там часы. У меня там журналы Forbes, понимаете? Это притягивает успех. Это важно. Окружите себя теми вещами, которые вы хотите видеть в своей жизни. Если у вас нет денег, распечатайте деньги, да? Если у вас нет машины, купите какую-то маленькую модель, понимаете, да? Давайте, опять же, для скептиков запишу 5%. Итак, восьмое. Аудиокурсы. Аудиокурсы и видеокурсы. Также сюда я могу отнести интервью миллиардеров и миллионеров, которые я смотрю в свободное время, когда кушаю на ютубе. Ребята, это очень важно. Когда я в дороге, когда я в пути, я слушаю аудиокурсы, да. Когда устают глаза, да, я хочу послушать аудиокурсы. Это тоже мне помогает не тратить время зря, наслаждаться жизнью и узнавать что-то новое. 10%. Девятое. Только позитив. Что это значит? Я смотрю только позитивные фильмы, комедии, которые поднимают настроение. Вы не думаете, да, что я только вот учусь, только везде там семинары, видеокурсы? Нет. Конечно же, я нормальный человек, мне хочется посмотреть фильм, я смотрю только позитивные. Я не помню, когда я уже смотрел ужасы, помню в общежитии 5 лет назад. Я не смотрю то, что отравляет мою жизнь. Я не смотрю те фильмы, которые оставляют неприятный осадок, это очень важно. Я не слушаю негативную музыку вообще. Даже когда еду в такси, я прошу, переключи этот грузняк, потому что он меня демотивирует. Только позитивные фильмы, только позитивная музыка. Все со знаком плюс. Вы не представляете, если вы будете слушать, например, позитивную музыку изо дня в день, ваше настроение точно улучшится, точно. Но это нужно делать каждый день. Сила. Сила всего этого, друзья, в постоянстве. Постоянство усилий. Делаешь это постоянно, и такой становится твоя жизнь.
давайте для скептиков 1% тоже. Смотрите, да, 1, 2, 3, 4, 5. Я уже стал лучше на 5%. Я себя прокачал. Да, а все складывается, казалось бы, с таких мелочей, но в этом сила. И 10-е, я веду отчет по финансам. Я знаю, где, сколько у меня денег. Я знаю, сколько я потратил за месяц, сколько я заработал. Также я распределяю деньги по корзинам. Я контролирую свои финансы. У меня есть корзина на благотворительность. У меня есть корзина на инвестиции. У меня есть неприкасаемый запас. Я контролирую свои деньги. Это очень важно. Нужно контролировать свои финансы. Это, давайте тоже 5%. Итак, давайте посчитаем. 10, 30, 40, 50 и 5. На 45% я вырос, понимаете? На 45% я успешнее всех остальных, всех моих сверстников, всех окружающих. В этом сила, ребята. Прокачивайте себя. А чтобы конкуренту меня сделать, чтобы конкуренту стать лучше, чем я, на моем поле, да? Ему нужно делать вот все эти вещи. И еще один пункт, понимаете? Вот тогда он меня обгонит. Хотите меня обогнать? Хотите заработать больше меня? Делайте все это и еще что-то свое. И тогда через 2 года вы будете успешнее меня. Вот и все, все просто. Но запомните, вся сила в постоянстве. Пока я ежедневно это делаю, а другие не делают, я всегда буду на шаг впереди. Я всегда всех буду оставлять позади. Все это дает мне большую энергию. Все это вселяет в меня нереальную уверенность. Вы не представляете, как все это важно, если это осознать. Скептики мне могут сказать: ой, знаешь, Абрамович стал миллиардером и без молитвы, и без ежедневного чтения, там, допустим, да? Ребята, во-первых, откуда вы знаете? Вдруг Абрамович каждый день молится. Во-вторых, я рассказываю за себя. И все, чему я вас учу, сводится к счастью. Еще раз вам повторяю, к счастью. Много миллиардеров есть, они несчастливы. Может, из-за того, что они не читают каждый день, не растут. Может, из-за этого. А может, из-за того, что они не молятся. Может, из-за того, что они не благодарят. Они не концентрируются на благодарности. Может, из-за этого. А я это делаю, а они это не делают. Дело-то не в деньгах. Нахрена нам все эти деньги, если мы будем несчастными людьми? У нас будет много денег. И какой в них смысл, если вы будете чувствовать себя несчастными? Все это делается для того, чтобы быть счастливым человеком. Видите, у меня здесь не только о деньгах. Ребята, смотрите шире. Миллионер – это не только владелец миллиона единиц, понимаете? Это стиль жизни, это мышление. Миллионер – это счастливый человек. Смотрите на вещи шире. И вот все эти 10 пунктов меня делают не просто миллионером, да, а счастливым человеком. Вот что я вам хочу донести. Ребята, я буду это повторять, не знаю, в каждом видео. Самое-самое важное – вы должны научиться быть счастливыми сейчас. Сейчас. Ну как я могу быть счастливым, Тарас? У меня кредиты, ты знал бы, в какой жопе я живу. У меня такие проблемы. Какое счастье, какой позитив. Вы никогда не будете счастливы, если будете так мыслить. Вот мне бы деньги, я был бы счастливым. Не будете, не будете. Это ловушка. Я несчастлив, потому что у меня нет Феррари. Будет у тебя Феррари, ты все равно будешь несчастлив. Потому что ты захочешь вертолет. Появится вертолет, ты все равно будешь несчастлив. Потому что захочешь яхту. Появится яхта, еще что-то захочешь. Это ловушка, это замкнутый круг. Если вы видите счастье в материальных вещах. Понимаете? Вы должны концентрироваться на том, что у вас есть сейчас. И я в эту ловушку попался. Когда у меня не было любви, когда у меня не было денег, я говорил: ну почему у меня нет денег? Ну когда у меня уже будут эти деньги? Я все делаю, я визуализирую. Я мечтаю, где мои деньги? А у меня ни хрена не появлялось. Я как был на месте, так и оставался. Почему? Потому что я концентрировался на нехватке денег, на нехватке любви. И я не понимал, почему ничего не происходит. Но когда я осознал,
что я уже счастлив, что я могу кушать гречку. Классно, я могу кушать гречку, я могу пить воду. В Африке там у детей нет воды. У меня есть крыша над головой. Блин, я живу в съемной хате с ободранными обоями. Кайф вообще. Мне никто не мешает, я один. Я начал концентрироваться только на позитиве. У меня есть здоровые родители, я поссорился с родителями. Ничего страшного, у них все хорошо. У меня есть руки и ноги. Круто, я сломал руку, ну и что? Я могу заниматься на брусьях, я разрабатываю руку, классно. Блин, у меня есть зрение. Зрение это вообще дар. Я могу наслаждаться закатом. Есть люди, которые этого не могут видеть. Блин, я счастливый человек. И вот, когда я это осознал, вот тогда в мою жизнь пришла любовь, в мою жизнь начали приходить деньги, много денег. Только когда я осознал, что я уже счастлив, все, я кайфую от жизни. А деньги только дополнили мое счастье. В этом вся сила, ребята. Сконцентрируйтесь на том, что у вас уже есть. Спросите себя, за что я могу быть благодарен, за что я люблю эту жизнь. Итак, друзья, давайте подведем итоги. Смотрите на вещи шире. Миллионер – это не обладатель миллиона единиц. Миллионер – это по-настоящему богатый и счастливый человек. Деньги не сделают вас счастливыми. Деньги только дополнят ваше счастье. Счастливым вы себя должны сделать сами, в своем сознании. И станьте лучшим хотя бы на 1%, и вы уже будете успешнее и счастливее остальных. Вот и все, вот и весь секрет, все очень просто. Огромное вам спасибо, друзья, за просмотр, за поддержку, за понимание. Понравилось видео? Обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой инстаграм, там я каждую неделю раздаю деньги. Также в моей инсте много пользы и мотивации. Подписывайтесь на мой канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех люблю, целую, обнимаю, пока!